Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Paradise. Меня зовут Никита, я вещаю из Алании. Сегодня у нас... Это Эльмира сзади там. Сегодня у нас будет на канале недорогие две виллы. Ну, скорее, наверное, можно назвать дуплексом, либо таунхаусом. То есть вот этот весь большой дом разделен на две отдельные виллы, можно так сказать. Общая площадь по 309, они квадратов, и сама вилла по 258 квадратных метров. Сразу скажу цену. Цена 175 тысяч евро. Цена квартиры, да, хорошие квартиры, 2 плюс 1, даже подороже бывает. Сегодня буду обозревать эту виллу. Всех попрошу поставить лайк, подписывайтесь на канал, кому интересно недвижимость Алании. И поехали! Ну что, давайте начнем с самого низу, с гаража. Гараж, ну, наверное, на 2-3 машины, если у вас небольшие машины, можно и 3 запихать сюда. Автоматические, соответственно, ворота. Вилла у нас такая будет, в стиле, знаете, минимализм, без излишеств. Собственник, который находится сейчас за кадром, строил для своих детей, 2 сына у него, вот, но они предпочли остаться в Дании. Вот. Соседи, кстати, здесь 2 есть русских, в этих коттеджах тоже здания есть люди. Шикарные, конечно, виды. Сейчас мы поднимемся еще наверх, покажу вам. Виллы, в принципе, идентичны, но я думаю, вы поняли, да? Вот здесь большая терраса, бассейн свой. Так, и давайте зайдем с основного входа. Сейчас вам все покажу. Вилла совсем новая, так здесь никто и не жил. Вот так строишь для своих детей, и они потом не хотят жить. Кто бы мне вот так построил? Я бы, мне кажется, не отказался. Так, мы проходим. Вилла у нас продается без мебели, но с сантехникой и с кухонным гарнитуром. Мы заходим, на первом этаже здесь огромная просто кухня-гостиная. Смотрите, так все здесь выглядит. Выход на террасу, и здесь вот такое большое очень пространство. Здесь получается островок, и там у нас имеется еще санузел. Вот такой вот санузел, друзья. А, кстати, где мы находимся, да? Сейчас я выйду на второй этаж и вам все расскажу. Здесь небольшую можно кладовку сделать. Поднимаемся на второй этаж. Здесь нас встречает Эльмира. Так. И на этом этаже у нас получается 3 спальни. С этой стороны, как собственник поясняет, здесь планировался гардероб. Ну, действительно, да. Место это идеально под гардероб подходит. Здесь санузел хорошего такого размера. Так, комната номер 1. Так, что тут за вид? Вид не очень, да, получается, с этой комнаты? Ну да. Но, хотя даже море чуть-чуть видно. Комната номер 2. И комната номер 3 со своим санузлом. Это, скорее всего, хозяйская спальня. Вот он, санузел. И вот здесь спальня, да, уже с таким вот шикарным видом. Давайте с этого угла. С этой стороны у нас море. С этой стороны у нас шикарный вид на горы. Мы находимся в Каргиджаке. Каргиджак у нас такой район недешевый. Недвижимость здесь стоит на порядок выше, чем, например, в Махмутларе, в ближайшем районе. До моря здесь 1200 метров от этой виллы. Ну, мы ехали на машине там минут 5. Расположение довольно-таки интересное. Покажу вам сейчас сверху.
Такая вот красота. Ну, сейчас собственник показывает, говорит, Россия. Там Россия, да? Это кто? Deutschland. Deutschland, да. Yeah. Ага. И Норвегия, да? Ты из Денмарк. My friend. Ага. Что это за вилла? Что персон? А, на две персоны вилла. Что персон? Ну, как у вас, тоже two person. Yeah. Окей. Так, ну что, друзья, на этом все. Кратенький такой обзор у нас получился. Когда хозяин здесь, у меня не получается длинных обзоров, потому что человек ждет. Вот такое вот предложение. Предложение, на самом деле, за эту цену интересное. Сейчас у нас 2+1 квартира столько стоит. Причем это Карбиджак, 1200 метров до моря. И это целая вилла со своим бассейном. Ну, класс. Мебель сюда поставить, какую-нибудь такую красивую, где-то обои подклеить. Ну, честно говоря, можно из этой виллы вообще конфетку сделать. Причем кому-то может быть интересно сразу взять две. Ну, то есть, там, может быть, родственники, может быть, еще какая-то ситуация. В общем, я не знаю, друзья. Сейчас номер мой появится у вас на экранах. Это номер WhatsApp. Пишите, звоните. Буду рад вам все рассказать, привезти сюда, показать. Границы, надеюсь, скоро откроются. Кто-то может дистанционно закинуть задаток за эту виллу. Ну, либо можем показать вам аналоги за такую же цену, может быть, чуть дороже. Есть у нас даже чуть дешевле. Но все равно цена, как понимаете, соответствует качеству. То, что мы снимали за 400 тысяч евро недавно, там, конечно, совершенно другой уровень. Но там и цена в два раза дороже. Вот, друзья, на этом все. Всем пока. Надеюсь, скоро увидимся в Алании. Чао!